Больше половины алматинских предпринимателей, пострадавших от мародеров в начале января, получили компенсацию. А об этом рассказал аким мегаполиса Ербулат Дусаев. Сегодня он встретился в Акорде с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Не подальше держитесь, хорошо? На данный момент компенсации получили 755 предпринимателей из 1413. При этом сумму выплат по упрощенной схеме увеличили до 10 миллионов тенге, а срок рассмотрения заявок сократили вдвое – с 4 недель до 2. А по 90% заявок возместят ущерб уже к 10 марта, пообещал аким. Также Ербулат Дусаев отчитался о мерах по стабилизации цен, поддержке нуждающихся слоев населения и модернизации здравоохранения и образования. Не подальше держитесь, хорошо?